Мягкие игрушки, куклы, радиоуправляемые вертолеты. Каждый подарок индивидуальный. Это исполнение мечты. Игрушки в одночасье стали любимыми в руках детей, пациентов онкогематологического центра. Я написала это, что я хочу. Мне немножко помогли. Я вообще не знала, что сначала написать, но мне я уже выбрала потом, когда мне я узнала, что такое есть. Мне подарок очень понравился. Я буду забирать туда зверушек и все остальное. Игрушки помогли купить жители Приморья. Сбор денег проходил на благотворительном бале, который организовала партия «Единая Россия». Поступило такое красивое предложение. Делаем дерево желаний. Приезжали сюда наши представители рабочей группы. И каждый ребенок сказал, кто-то железную дорогу, вот кто-то, значит, я хочу мягкую игрушку, кто-то просто бантики, волосы, там, заколочки и так далее. Мы все эти желания зафиксировали, и они были представлены на этом дереве желаний. Собрать удалось более 2 миллионов рублей. Кроме игрушек, детям из онкологического центра подарили и более ценные подарки. Например, 2 портативных кислородных аппарата. Аппарат, который позволит проводить кислородотерапию детям. Бывает, что у нас ситуации, когда мы не можем, например, в какой-то период ребенка подключить под кислород, который подходит централизованного отделения. Есть палаты, в которых этой подводки кислорода нет, а концентратор позволит это делать. Сейчас сбор денег в помощь детскому онкогематологическому центру продолжается. Вырученные средства пойдут на приобретение современного медицинского оборудования. Евгений Бербинцев, Платон Волков, «Панорама».